тебя есть какая-нибудь мечта? Ну да, конечно. Вырасти. Денег, можно даже денег накопить или кредит в банке взять и открыть свой фотошоп. Зачем? Да. Раньше была мечта стать всяким футболистом, бабки делать. Как начал кататься, все изменилось. Не знаю, скейтборд, это, ну и как я не очень катаюсь, там всякие за 2 года уже всякие трюки херачу. А я потихоньку все. Я хочу в рампе только кататься. В рампе у меня все достигается. Если мне захотеть, я могу научиться. Ну а кроме скейтборда есть какие-нибудь мечты? Ну не знаю, ну нет. А жить ты где хотел бы, в Питере или, может быть, где-нибудь еще? Нет, в Питере. Я здесь родился, здесь я не хочу быть. А тебе нравится больше у себя на районе там или в центре? Да, именно нравятся где скейт-парки всякие вот эти. В центре народа много. Это дорого все. Это плохо? Да. А там деревня, там дешево. Ладно. Что отличается? Не знаю. Даже не знаю, что отличается. А у тебя какая мечта была? Ой, у меня? Да. Я не помню. Наверное, менялась мечта. У меня тоже менялась много раз мечта.